Телекомпания «Вид» представляет. Уважаемые веселые, азартные, самые музыкальные на свете участники нашей сегодняшней программы, уважаемые телезрители, формальность, но обязан, не могу пропустить этот момент. Участник под номером один Игорь Саруханов. Участница под номером два чудо-дива Ирина Хотева. Участник под номером три, терзатель гитарных струн, композитор, гений Виктор Зинчук. Как-то вы, Игорь, остались, знаете, без эпитетов. Это, согласитесь, уже эпитет в моем-то исполнении. Я объявляю начало первого тура. Игорь, я должен передать вам право выбора категории, но не сомневаюсь, что вы тут же его, естественно, передадите Ирине Хотевой. Выбирайте! Я его тоже передаю Игорю. Ну, это само собой разумеющееся. Игорь, ну почему вы в достоинствах Виктора сомневаетесь? Ирина, перестаньте со мной все время спорить! Ирина, прошу. Я вообще даже не сомневаюсь ни одной секунды. Конечно, из репертуара Кобзона однозначно. Иосиф Подоводчик Кобзона. Замечательная нота. Нота номер один. Нота номер один. Ее цена 50 рублей. Рубль нашей сегодняшней программе будет равняться финской марке. Итак, категория известна, нота известна. Слушаем. Ирина. Малая земля священная. Да, вот, Игорь, вот это предложение Виктору, которое вы сделали, я слышал, я заметил. Виктор, руки типа назад, пускай играет Ирина. Не надо умалять достоинств Ирины, она прекрасно разбирается в музыке. Вы попробуйте с ней посоревнуйтесь. Вот что я вам скажу. У нее все лучше, потому что она женщина. Нет, у меня только реакция, больше ничего. Нет, у нее реакция лучше. Вы опять со мной спорите всю дорогу. Ребята, вы меня сглазите сейчас. Ирина, все, чу, выбирайте. Иосиф Давыдович, нота номер два. Слушаем. Игорь! Я прошу. Хоть ненадолго, совершенно верно. Да. Да, реакция у вас хорошая. Виктор, ждем вас в сонме игроков, которые уже угадали мелодии. Догоняйте. Игорь, прошу. Иосиф Давыдович. Нота? Нота следующая. Третья, слушаем. И опять во дворе. На. Конечно, да. Но пластинка поет. Выбирайте. Иосиф Давыдович, нота номер. Последняя четвертая, слушаем. Ирина. Сидим по-хорошему. Пусть виски запорошены, слышали это? Угадано. Виктор, что? Вы разминаете свои музыкальные пальцы. Ирина, выбирайте. Давайте «О, спорт, ты мир» попробуем. «О, спорт, ты мир», нота. Один. Слушаем. Виктор. Гиподинамия. Что это такое, совершенно я догадал. Отлично. Здесь не стоит убирать ладони с красных кнопок, потому что здесь нажимать нужно тут же. Игроки очень сильные. Аплодисменты!
Виктор, прошу. Ну, я продолжаю спортивную тематику. О, спорт! Ты и мир, нота. Нота номер три. Нота номер три. Слушаем. Стоп, 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 стоп. Игорь был первым. Хоккейный, как будто. Да. Спокойно. В хоккей играют настоящие мужчины. Трусы играют в хоккей, совершенно верно, конечно. Трусы играют в хоккей, угадано. Прошу вас. Туда же два или четыре. Вторую. Слушаем. Виктор. На трибунах становится тише. Да. До свидания. Мой сказочный Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Четвертую спортлизу. Слушай. Ирина. Да, идет. Да, сейчас скажу. Сейчас в бой идет. Нет, не в бой. Сейчас. А так, знаете. Старт дает Москва. Совершенно верно, конечно. Старт дает Москва. Угадано. Прекрасно. Ну, теперь или считать, или дружить, Ирочка. Или считать, или дружить. Давайте подружим, наверное. Музыкальная арифметика, я не участвовала никогда. Давайте попробуем. Замечательно. Там обязательно в названии песни присутствует цифра. Давай. Да. Давай. Нотка. Первая. Слушаем. Опа, Ира, отлично. Вот это да! Учкудук. Три колодца, конечно. На самом деле, вам повезло, что существует так называемая музыкальная инерция. Вы уже нажали на кнопку, а отзвук еще прошел дальше чуть-чуть. Ира, ну нет, это супер. Это называется до первой ноты. Прошу, Ира. Давайте попробуем друг. Друг? Попробуем. Первую друг? Ноту. Нота номер один, слушаем. Да, Игорь. Скажет, Ира, подожди, а ты же нажал на кнопку. Да, ну я хочу, чтобы Ира сказала. У нас принято на «вы» общаться, хотя на самом деле. Дело в том, что Ира точно, Ира знает. А, ну, Игорь, на кнопочку-то вы и нажали. Да. Раз, два, а подсказывать нельзя. Все мы друзья и братья. Две мелодии вы вне игры. А, да нажимались, мой друг, да нажимались. Две мелодии нажимайте красную кнопку. Виктор, выбирайте. Я. Да. Если друг оказался... Нота. Нота 3. А Зинчук потому что не нажимал. У него рукоблудия не было. Ира тоже не нажимала. Вы нажали, вы ответили. Две мелодии вне игры. Не спорьте со мной. Если друг оказался вдруг, нота номер 3, да? Слушаем. А я знаю. Оля, расскажу. Виктор. Тра-та-та-та-та-та, родная страна. Ребят, с нашего двора там есть такие слова, угадано, да. Над всеми игроками зажигается свет. Над всеми зажигается свет, то есть над Игорем тоже. Уважаемые игроки, на этом время первого тура нашей программы закончилось. Все нюансы вы обсудите за кулисами. Прошу вас, зайдите на подиум и возвращайтесь через несколько мгновений. Итак, дорогие друзья, хорошее начало, старт дан. Будем продолжать угадывать на самый игровой из всех музыкальных. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, к вам обращаюсь. Я с улыбкой и словами. Мы начинаем второй тур нашей программы. Аплодируйте, пожалуйста. Встречайте наших замечательных участников. Они появляются в студии. Игорь Саруханов, Ирина Отева, Виктор Зинчук. Звезды занимают свои игровые места. В готовности продолжить бескомпромиссную борьбу в нашем шоу. Добро пожаловать во второй тур. Играйте замечательно, все очень хорошо. Игорь пообещал мне, что он больше не будет со мной спорить. Значит, все сложилось, и я объявляю начало второго тура. Ирочка, вы лидер по итогам первого тура. Вам выбирать, прошу. Давайте музыка на ТВ. Музыка на ТВ. Заставки к различным телевизионным программам. Слушаем. Ирина. Я рискну, это не взгляд. Взгляд, конечно, совершенно верно, да. Там в конце такое дыш и дыш, по которым все угадывают. Прекрасно выбирайте, Ира. По
попробуем туда же еще разок. Туда же еще разок прокатимся. Слушаем. Виктор. Утренняя звезда. Утренняя звезда, совершенно верно, да. Если во взгляде было характерное тыдыч-тыдыч, то здесь блюмом. Да. Виктор, выбирайте. Я хотел бы музыкальная копель. Музыкальная копель, замечательно. Музыка 60-х годов. Ага. Слушаем. Игорь. Это пьеха, да? Сейчас посмотрю. А у меня не... Нет, это точно не пьеха. Дунай, Дунай. Нет, вы сейчас ошибетесь. Игорь, быстро поправьтесь. Раз, два, три. А дальше-то я не знаю. Нет, исполняет Майя Кристалинская. Опять плывут куда-то корабли. Две мелодии, вы вне игры. Это явный фол, явная ошибка. Над вами гаснет свет, вы не можете нажимать. Ирина, выбирайте, пожалуйста. Опять с руками меня обижают. Он с тобой спорит. Да, Ира, выбирайте. Давайте попробуем Дербенева. Песня на стихи Леонида Дербенева. Слушаем. Виктор. Все могут корабли. Уверена, корабли. Да. Что, он сказал, все могут корабли. Корабли. Стоп. То есть вы считаете, стоп. Сказал. Игорь, я корабли. Слышал, вы сказали, что Виктор сказал корабли. То есть вы считаете, что это такая жаба. Что из-за того, что у него там одна буковка лишняя появилась, я его накажу. Уважаемые зрители. Давайте осудим Игоря Саруханова вот так. Виктор, вы же верили в меня. Прошу, выбирайте. Ну, следующий тогда на стихи Леонида. Леонид Дербенев, слушаем. Ирина! Ты меня не... И я тебя что-то не... Сейчас. Я к тебе... Я к тебе не подойду, и ты ко мне не подойди. Вот так, совершенно верно. Игорь, над вами зажигается свет. Мы же снова в игре. И заметьте, я забыл все прошлые обиды. Я улыбаюсь и говорю, играйте, Игорь. А выбирать будет Ирина, прошу. И ты ко мне, значит, не подходи, да? Как вариант. Так. Ну, давайте попробуем танцплощадку, наконец. Танцплощадка. Здесь музыка, которая звучала на танцплощадках старых, или песни о танцах. Слушаем. Игорь. Это танго. Ну, да, да, да. 30-е годы. Да. Если можешь, прости. Угадано, есть там такие слова, да. Мой милый друг. Часто слезы роняя. Угадано. Прошу, Игорь, выбирайте. Туда же. Танцплощадка. Да. Слушаем музыку в этой категории. Виктор. Кадриль. Совершенно верно. Угадано. Гитаристы откуда знают кадриль? Дело в том, что есть, конечно... И гитаристы, и исполнители, и композиторы, которые вообще ничего не знают. Я же слушаю только свою музыку. Виктор, как любой гений, терзатель гитарных струн, открыт для любого творчества. Поэтому он и знает кадриль. Да. Вот так вот, я вам все объяснил. Не мне, Виктору Зинчуку. Рано сглазить. Виктор, прошу. Музыкальная копель. Музыкальная копель, слушаем. Кто и шачит, кто вкалывает, кто до седьмого пота. Этот день недели самый любимый. Выходной, так называлась эта мелодия. Уважаемые друзья, уважаемые участники, на это время второго тура нашей программы подходит к концу. Да подождите вы, куда уходить? Я еще скажу, кто хороший мальчик, а кто плохой мальчик. А девочка просто чудная. Итак, друзья, к сожалению, Игорь, да, Игорь. Мы говорим вам до свидания. Всего вам доброго. Хорошая девушка Ира и хороший мальчик Витя. До встречи в третьем туре нашей программы. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые игроки. Итак, все определился, стал на свои места, хотя еще до сих пор неизвестно имя финалиста или финалистки нашего сегодняшнего шоу. Дорогие друзья, наступает время третьего тура нашей программы. И перефразируя слова известной песни, можно сказать, вышли все мы из второго тура «Дети семьи
музыкальный. Немножечко архаичный, тяжеловато, но тем не менее, это правда. Встречайте наших участников. Виктор, Ирина, добро пожаловать в третий тур. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. И мы незамедлительно начнем торговаться друг с другом. Поздравляю с выходом в третий тур, уважаемые игроки. Играете просто замечательно, просто потрясающе. Главное, не спорят со мной, поэтому-то и выигрывают. Конечно. Лидером по итогам первых двух туров является Ирина. Ей начинают торги после моей подсказки. Песня об увлекательной пешеходной прогулке. Прошу вас, Ирина. Витенька, да. Я угадаю с 7 нот. Ирочка, мне кажется, что я угадаю с 6 нот. А я угадаю с 5. Да, я преклоняюсь перед твоими музыкальными талантами. В смысле, отгадывания с одной ноты. Я был просто обескуражен. Я думаю, что ты сможешь из 2, поэтому я попробую с 4. Попробуй. Итак, 4 ноты песни об увлекательной пешеходной прогулке. Слушаем. А я иду, шагаю по Москве. Совершенно, конечно, да. Я пройти сейчас смогу. Соленый тихий океан, тундру и тайгу. Прекрасно. Подсказка номер 2. Песня о манящем аромате весны. Виктор, прошу вас, начинайте. Ирочка, Ирина, я чувствую, что я отгадаю эту мелодию с 7 нот. Я с 6. Я с 5. Давай я с 4 попробую. Ну, попробуем. Угадывай. Итак, песня о манящем аромате весны. 4 ноты. Слушаем. Эх, там бы 5-ю нотку, и все бы встало на свои места. Ира, нужно отвечать. Ира, раз, я не знаю, два, три. Нет. Яблони в цвету. Так называлась эта мелодия. К сожалению, вы ее не угадали. Сейчас становится 2-0. 2-0. Подсказка номер 3. Песня о времени суток, подарившем любовь. Виктор, прошу вас, вы начинаете. Я? Ага. Ну, мне кажется, что я отгадаю эту мелодию с 7 нот. Ну, мне кажется, что я с 5 попробую. Ну, тогда мне только остается с 4. Я попробую с 3, а что делать? Назначена самая высокая цена. Да. Это надо отметить аплодисментами, без сомнения. Ира, желаю вам удачи. 3 ноты песни о времени суток, подарившем любовь. Слушаем. Что стоишь, качаешь? Я не стою, я не качаюсь. Стоишь, качаешь. Нет, к сожалению, нет, Ирина. Благословляю этот вечер с 3 нот. Это было очень сложно угадать. Еще становится 3-0 в пользу Виктора Зинчука. Ира, вы проиграли. Улыбаться. Всем аплодировать, радоваться. Ирина игре. Ира, спасибо за то, что вы подарили нам такое чудное выступление здесь, на нашей площадке. Аплодисменты. Виктор, до встречи в суперигре! Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые участники. Итак, мне все-таки нравится этот эпитет, я повторю. Виктор Зинчук, терзатель гитарных струн, композитор, гений в суперигре нашей программы. Мне таланты гитариста, поэтому я стою здесь, на этом ведущем месте. А Виктору Зинчуку такой талант даден, поэтому он сейчас появится в нашей студии. Он финалист нашей сегодняшней игры. Виктор Зинчук, прошу любить и жаловать. Занимайте центральное место, место супер-игрока. И мы тут и начнем наш суперфинал. Виктор, поздравляю, очень хорошая игра, красивая. Спасибо. Главное, веселая и азартная. Будем ли мы играть в суперигру? Конечно же будем. Естественно. Естественно, будем желать победы нашему финалисту. Аплодисменты! Виктор Зинчук. Спасибо. Готовы? Да. Начали. Погода в доме. Погода в доме, совершенно верно, угадана. Дальше. Вдоль по Питерской. По Тверской и Мской, да! Дальше. Мы рождены. Сейчас. Ключи. Пим-пим-пим-пим. Сейчас.
Ну, вы сказали, кстати, ключи. Да, ключи. Пым-пым. Шах. Ну ладно, пропустим. Дальше. У самовара я имя Маша. У самовара Майя... Не знаю, что делать. На самом деле... Ну, там может быть не Маша. Тут есть одна заковыка, потому что начало одинаковое у двух песен. Хорошо, они тогда... еще. Наша. Пропускаем. Дальше. А мне опять чего-то не хватает. Совершенно верно, конечно. Зима, лето, осень и весны угарно. Дальше. Трата в месяце апреле. Крылатые качели угарно. Да. Евгений Крылатов. Дальше. Вишня, зимняя вишня. Угадана, совершенно верно. Ваши 6 секунд, неразгаданные две мелодии. Мелодия номер 3. Значит, подсказываю еще раз, чтобы вы не теряли. Тум-там, мы причем. Да, слушаем. Слушаем. Я уже... Кто это? Сейчас. Есть такая профессия, лупить по одной плоской штуке. Виктор. Да. Один с большой штукой лупит по штуке, другой с маленькой. Он такой, тин-тин тут, фигак. Тин-тин. А мы Маш-Мартажников-Высотников. Так... Нет. Нет. Раз, два, три. Нет. Нет. Все, тогда все. Мы кузнецы. Мы кузнецы. Дух наш и молод. Наш молод. Прием и счастье ключи. Ну я да-да. Ну вот уж извините. Там, один да. маленький пым-пым, другой большой как фиганет. Ну какие же это кузнецы, монтажники. Кузнецы, они бы там поубивали бы друг друга. Аплодисменты нашему финалисту. Переволновался, видимо. Ну ладно. Но зато... Вы проиграли суперигру, но я... давно такой смешной суперигры не было. Аплодисменты. Виктор Зинчук. Виктор, спасибо огромное за участие в нашей программе. Прошу вас, зайдите на подиум. Прошу вас. Вы покидаете нашу программу все равно победителем. Ну, друзья мои, он, конечно, терзатель гитарных струн. Он композитор, он гений. Но ведь ну, нужно же понимать простейшую пантомиму. Итак, всем учить пантомиму кузнецы. Пойду подирижирую напоследок оркестром легко и непринужденно. До скорой встречи.